Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене, действительной только одни сутки. Удачных вам покупок! Итак, друзья, самый лучший подарок – это самый защищенный, при этом самый красивый смартфон с самым большим экраном. Чувствуете, да, сколько раз я сказал слово «самый»? Вообще, смартфоны с большим дисплеем – это уже признак того, что он дорогой. Плюс этого смартфона то, что у него большой дисплей, однозначно, друзья, это то, что вы можете на большом экране смотреть фильмы, сериалы, все, что вам нравится. Но есть и минусы. Большие смартфоны с большими дисплеями обычно очень хрупкие. Дисплей очень дорого в ремонте ремонтировать, а 80 смартфонов из 100 в первый год службы падают как раз дисплеем вниз. Но не в нашем случае, потому что у нашего смартфона дисплей по-настоящему защищен. У него дисплей невероятно просто защищен, и вы можете быть абсолютно спокойными на этот счет. Итак, друзья, здесь настолько защищенный дисплей, что я могу буквально расколоть орех. Расколол орех, никаких повреждений, очевидно, нет. Я вам больше скажу. Я могу нашинковать здесь, друзья мои, огурец. Действительно острый нож, специально молчу, чтобы вы слышали, с какой силой я бью по дисплею. Выключаю дисплей и теперь протираю его, чтобы на черном фоне вам показать, потому что когда выключен дисплей, видны все сколы, видны все царапины, видно все, что здесь остается, все дефекты, но вы видите сами, никаких, вот так покажу, никаких дефектов тут нет, немножко разводы остались от огуречного сока, но все же, друзья, за прошлый день мы продали их все. Все закончились, и это финальная партия в этом году. Больше в этом году этих смартфонов уже не будет. Вообще никогда. Поэтому успейте заказать. 4 цвета. Красный, синий, черный и золотой. Золотой уникальный. Плюс колоссальная скидка 3500 рублей. Скидка сегодня на этот самый смартфон. Оплата при получении на почте. Никакой предоплаты вносить не нужно. Никакого аванса вносить не нужно. Наушники в подарок при заказе во время прямого эфира. И чехол. Чехол тоже в подарок при заказе во время прямого эфира. Так, что мне нравится в этом смартфоне? Так это то, что он действительно умный. С ним можно разговаривать. Ему можно задавать абсолютно любые вопросы. Давайте сейчас спросим что-нибудь. Евгений Миронов. По данным русской Википедии, Евгений Миронов. Советский и российский актер театра и кино. Народный артист Российской Федерации. Что на фото? Дайте посмотреть. Итак, показываем, друзья. Допустим, увидели какое-то растение неизвестное. Увидели здание, увидели человека. Вроде знакомый, не можете вспомнить, кто это. Все это можно спросить у нашего смартфона. Посмотрите, вот он сфотографировал. Это кактус, опунция. Опунция. Не просто кактус, друзья. Это опунция. Любая информация вам теперь доступна. Вы всегда можете посоветоваться, вы всегда можете спросить, задать вопрос этому смартфону. Он знает все. Это действительно ваш верный друг и надежный помощник в любой ситуации. Просто позвоните и спросите у него. Смартфон, который может легко пережить грецкие орехи. Настоящие грецкие орехи. Обычный телефон не справляется. Обычный смартфон не справляется. Вот, посмотрите, что здесь у нас. У нас здесь имитация женской сумочки. Надеюсь, на меня девушки, женщины не обидятся. Смотрите, здесь огромное количество шурупов, болтов, саморезов, чего-то только нет. В общем, все, что царапается, все, что колется, еще и много весит. И здесь наш смартфон. Видите, да, он включен, он в порядке. Я специально дисплеем его поверну к острым частям, составляющим вот этого самого лототрона. И теперь смотрите. И слушайте. Очень громко. И вот так еще. Итак, внимание, что бы было с самым обыкновенным смартфоном? Он бы уже просто весь был исцарапан, он был бы весь поврежден, друзья. И вот я достаю наш. Посмотрите, пожалуйста, достал наш смартфон. Давайте его посмотрим, протрем. Протираю сухой обычной салфеткой, просто чтобы убрать пыль. Посмотрите на него, посмотрите на дисплей. Есть ли какие-нибудь повреждения? Я вам больше скажу. Я выключаю дисплей и показываю вот так. Вот так будет видно все на 100%. Если здесь есть хоть одна царапина, вы ее сразу же увидите. Здесь нет ни одного скола.
ни одной царапины, ни одного повреждения. Он абсолютно на 100% защищен. Вы видите все своими глазами, друзья. Ну и допустим, знакомая всем, я думаю, жизненная ситуация. Вы где-то в пробке застряли, на работе вы находитесь, еще какие-то жизненные обстоятельства. А в этот момент по телевизору начинается ваш любимый фильм. Новая серия сериала, какое-то ток-шоу или выступает какая-то команда, наша сборная, любой вид спорта. Вы можете болеть, вы можете все увидеть своими глазами, потому что здесь есть возможность смотреть прямой телевизионный эфир. Это прямой эфир, в данном случае Первый канал, видно, да, вот Первый канал, все видно. И посмотрите, огромный дисплей, практически безрамочный дисплей. И этот дисплей еще и защищен, вы просто сопоставьте факты. Вот эта картинка, вот этот размер дисплея и орехи, которые он расколол, и огурцы, которые мы на нем нарезали, и морковь, которую мы на нем нашинковали, друзья. Это же просто невероятно. Скажете, один Первый канал, неужели один Первый канал здесь можно смотреть? Я вам скажу, больше не один. Их тут гораздо больше, этих самых разных телеканалов. Смотрите, сейчас я вам покажу. Здесь огромное количество самых разных. И СТС, и Россия-1, и Пятый канал. Это все бесплатно. Карусель, детские каналы. Все, что хотите, смотрите на здоровье. Смартфон бизнес-класса с огромным, огромным дисплеем, с отличной фото- и видеокамерой. Все продумано до мелочей, друзья. Успеете и вы заказать этот самый смартфон. Успеете его заполучить, потому что смартфон с большим экраном – это круто. Смартфон такого цвета с металлическим корпусом – это круто. Но смартфон, который способен дисплеем колоть орехи, друзья, орех, кстати, улетел, это действительно фантастика. Вот еще один орех, и еще один орех, и еще один. И еще один орех я расколол, сам дисплей целый и невредимый. Посмотрите, идеальная картинка, идеальное качество изображения, никаких повреждений нет. И этого, мне кажется, еще недостаточно. Кладу его вот сюда, беру в руки нож, сейчас докажу, что нож острый, острый нож. Кладу сам смартфон и начинаю на нем нарезать огурец. Я буду молчать, чтобы вы слышали, с какой силой я бью ножом. Готовы? Итак, внимание, на счет три, друзья мои. На счет три начинаем нарезать. Раз, два. Это еще не все, друзья. Мы берем морковь. Все. Все разрезал, все разбил. Теперь смотрите. Дисплей. Выключен дисплей, чтобы вы видели все царапины, чтобы вы видели все сколы, чтобы вы видели все повреждения, которые могут тут появиться. Я, честно, сомневаюсь, что здесь обойдется совсем без царапин и без каких-то сколов. Но вы видите сами, друзья. Я протираю изо всех сил, и дисплей абсолютно чист. Еще раз, друзья, самая доступная цена. Дизайн бизнес-класса, друзья. Чехол защитный в подарок и наушники тоже.